Знаете, что я вам скажу, ребят? Шоу продолжается. Упал чуть-чуть, ребят. Че ты мне принесла мяч? Видишь? Болеет хозяин твой. Ну, целый день она ко мне вот так лезет тут. Собака. Какая собака, да, Миша? Ой. Носочек как рец связала. Ой, какой носочек. Это просто нога торчит, как будто. Ой. Ну, Вет носки вяжет второй день уже. Вот, а я тут сижу, что-то решил, пока лежу. Решил помонтировать чуть-чуть. Ну ладно, ребят. Смотрите Димку вторую серию. Она, кстати, такая получилась. Не очень. Хотя фиг ее знает. Вы не обращайте внимания на эти размытия. Это YouTube оптимизировал видео вот так вот качественно. Вот, и, собственно, скоро закончится Димка. Потому что мы... забили на него. Да. Найди меня на звездном берегу. Лето здесь буду для тебя. Мои секреты спеты. Влюбился навсегда в тебя. Москва! Вот она где, Москва! Прямо здесь, в центре! Эх, хорошо! Я иду! Тысяч людей столько. Что-то, походу, и правда конец света близится. Сахар, соль, макароны разгружают. Удивительно. Когда еще не ездил на таком длинном эскалаторе? Это впервые в моей жизни, но я думаю, что у меня получится. Устал я что-то, нужно что-нибудь поесть, покушать. Я, конечно, боюсь есть с улицы. Василий. Мам, чтобы ты не переживал, что я кушаю, я купил два бутерброда. Один я отправлю тебе посылкой. Я еще нигде не видел столько много людей. Я уже солидный магазин. Мам, не переживай, у меня все в порядке. Я хочу устроиться на работу. Я приехал в солидный супермаркет, магазин. Здесь продается все. Что купить-то? Нет, колготки я еще не готов найти пока.
Прикинь, плюнуть и побежать. А у вас чехлы на все телефоны есть? Ну, это экран. Да, экран, все пушат. Не разрешают? Экран побьют, говорит. Пойдем, Ванка. Я такого огромного магазина еще ни разу не видел. У меня порвалась куртка. Причем с двух сторон. И порвался ботинок. Мне нужно купить обновки, потому что я же пойду устраиваться на работу. Моя местность, мой город, мои районы, проспекты, машины, голос из телефона. Все те, кто мне дорог, всегда со мной, а я с тобой, Севаст, герой. Моя местность, мой город, мои районы, проспекты, машины, голос. Все. Ничего не купил, холодает, замерз. Погреться бы где-нибудь, постоять. Часа два стою, замерз. О, холодно. Холодно в Москве. Машину бы поймать, такси, но никого. Эй, синие шапочки, мальчик! Иди сюда, нам везу быстро! Туда, обратно, быстрее, садись! Такси, садись. Такси! Да, садись, такси! А, такси, вот это да! Можно? Куда надо? Дальше куда? Подбросит меня, мам! Мы поехали, спасибо! Давай. Ух, как быстро! Давай, давай. Сейчас еду назад. Еду на... Запотел, пиздец. Клиент, да? Вообще-то это штраф, бля. Димка, в общем, я буду скучать по тебе. Хороший ты парень. Удачи тебе, Димка Севастополь. Хватит уже своей камерой. Ну как сосу не давать? Я себе сейчас устрою подарок на годовщину. Какую? Камеру скину. Куда? На второй этаже. Нет, Вет, ну ты не можешь лишить меня камеры. 13-я годовщина, знаешь, какая? Какая? Черт. 13? Какая? Ребята, я 13 лет счастлив в жизни. Мы с Веточкой, значит, встречаться ровно 13 лет назад. А скоро, уже будет скоро, как мы поженились. 13 лет мы вместе. Я счастлив в браке. Спасибо, Веточка, за эти 13 лет. Слушай, уходи. Просто я к чему это... Она... Да что ты мне флешкой-то режешь? Она мне только что надрезала руку флешкой. Слабо? Сколько смотрю на время, кажется, сколько? 14-18 сейчас. Веточка тоже заболел. Тебе привет передают. Еще Веточка угрожает камеру сбросить с нашего этажа. Камера не кошка, это не ее одна жизнь всего. А давай ты все камеры выбросишь из окна. И мы начнем опять сначала. Эпичный снимок. На одну какую-то, на мобилу. Стой, сверху, чтобы не видно было, что-то... У нас градусник, который надо в рот ложить. Налаживать. Полный рот градусников. 95% прошло. Сколько у тебя? У Веточки 36,4, у меня 36,2. И в сумме... Вет, Елена Новицкая передает тебе привет. Спасибо, говорит. Ну что, ребят, обещал ничего не снимать, но видите, все равно снимаю. Лиза уехала куда-то с мамой, а я решил себе куриного супа сделать.
Хорошо, что есть крампицы. Ой, я что-то много, наверное, налил, да? Вот я вообще лошара. Блин, а у нас и салфетки все кончились. Вообще. Но на помощь всегда придет 10-слойная туалетная бумага. Мы, кстати, ребят, не видели, мы сегодня с утра включили телевизор, и там подряд за 5 минут прорекламировали 3 разные туалетные бумаги. Это очень забавно было. Масло зря извел, да жалко выбрасывать. Ну что, друзья, чувствую я себя еще не очень хорошо все-таки, поэтому хочется всякой ерунды поесть. И поедим крампеты. Крампец. Ребят, сегодня в новых кроссовках, но я забыл свою форму и буду играть сегодня вот в таких вот штанах. А потом расскажу вам, каково играть в меховых штанах в теннис. Но зато в новых кроссовочках. Все, пойду разминаться. И футболки в грязной, домашней. Вообще веселуха сегодня будет.